Вместо камерных залов пространство на 400 зрителей с самой современной сценической начинкой. Стройка театра юного зрителя близится к завершению. Дело за малым, реконструкции сетей и благоустройством. Каким будет Самарт после, знает Алена Алешина. В новом здании Самарта уже само театральное действие начнется с вешалки. Сцена здесь – понятие условное. Актер и зритель могут встретить друг друга буквально за углом. Проект – победитель архитектурного конкурса, аналогов которому в России нет. Первым сдали административный блок, новые гримерные и гостиницу. На очереди – новая сцена, от пола до потолка начиненная мультимедиа. По сути, один сплошной экран. Картинку можно транслировать на стены и даже под ногами. На это работают полы из 3D-бетона и систему проекта. Здесь зрительный зал уже не нужен. Нажал на кнопку, вот эти корабли выплывают, там, допустим. Нужно поднять какую-то действительно элемент декорации, оформления, то нажал тоже кнопку. Здесь, честно говоря, без очень интересной установленной лебедки, которые подъемные. Они установлены наверху, поэтому здесь не тросовый, нет основы, который выглядит не канаты, которые предполагает ручную труд. А в общем, все будет компьютеризировано. Основной принцип нового зала – возможность трансформации. Сценой может стать любой его участок. По всему залу есть подвесы, которые позволяют играть в центре зала, выстраивать зал с двух сторон, с четырех. То есть от 400 до 600 мест может увеличиваться территория. Есть партер, есть бличер, который раздвигается. Вот, можно играть на обходных галереях. В любой точке зала, там, сверху, снизу, сбоку, там, может появиться... Да, Ромео, да, может выйти с тележкой, да, мамаша Кураж и так далее. Это все, все эти возможности этот зал представляет. Реконструкция Самарта обещает завершиться в будущем году. Объект почти готов, остались коммуникации, пусконаладка и благоустройство. В планах обновление двух существующих камерных залов. Действительно знаковый объект, театр юного зрителя. Это объект, который мы ведем уже с 2006 года. Все и документация наконец-то вся готова, и Николай Иванович подтвердил финансирование на следующий год под завершение. Я думаю, вы сами убедитесь в том, какой он уникальный и красивый, когда мы будем его открывать. Глава региона неоднократно указывал на необходимость скорейшего завершения реконструкции театра. По его словам, формирование культурного пространства, повышение общего культурного уровня жителей области – одна из важнейших общественных задач. По определению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, культура – это активная память человечества. Это такая же базовая ценность, как патриотизм, уважение к истории, преемственность традиций. Живая связь этих ценностей и составляет духовно-нравственный стержень нации, без которого невозможно решение ближайших и стратегических задач, не может быть процветающего государства. Пока подрядчики завершают работы, а власти контролируют их качество, актеры вовсю готовятся к премьере. Уже известно, что первой постановкой на новой сцене станет «Горе от ума». Алена Алешина, Виктор Соколов. Новости губернии.